Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положение, чтобы когда-нибудь было нечего делать. Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Работайте для будущего. Народы, даже самые даровитые, живут всего по 1500-2000 лет. Римляне не прожили и 1500 лет в живом виде. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Делайте для человечества, и об остальном не заботьтесь. Достоевский на каждый день. Идея. Библиотека имени Достоевского и проект «Голос Лаб». Исполнение. Студия «Рекс Сквер».